Привет, друзья! Я сегодня в том магазине, в котором я обычно покупаю свои покупки, свои украшения. Я уже вот набрала полные руки. Я, наверное, сейчас схожу за тележкой. Я сначала думала не снимать, а потом решила, что все-таки поснимаю, потому что здесь есть совершенно интересные... Ой, у меня как-то плохое. Самое сейчас, секунду. Здесь есть очень интересные экземпляры, потому что сначала я подумала, что ничего интересного я здесь не найду. Я решила все-таки поснимать, потому что у меня еще вон полстенки впереди. Я, наверное, сейчас принесу тележку и буду в нее складывать, потому что мне уже в руки ничего не влезает. Хотя мне жалко отходить. Мне кажется, что я уйду, и кто-нибудь унесет мои сокровища. Сумасшедшая Дита. Посмотрите, как он падает у меня все. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какая красивая цепочка. Сейчас я ее схвачу. И все-таки, наверное, схожу за тележкой, потому что снимать мне трудно, у меня заняты все руки. Так, возвращаюсь. Кстати, смотрите, какая интересная бисерная сумочка. Но я не думаю, что она старенькая. Сколько она стоит? $13. Прикольная, правда? Давайте я в тележку положу, а там мы разберемся. Или вот такая. Я думаю, что это современная, конечно. Так, потом посмотрим сумки. Идемте назад в украшения. Потому что конкуренты набежали. Сейчас разберут все мои сокровища. Я тут, по-моему, что-то пропустила. Нет, это что-то очень красивое. Но не то, что мы ищем. Так, вернемся на то место, где я прервалась. Где я прервалась, я уже не помню. Тут как раз тетенька стоит. Вот здесь я прервалась. Смотрите, вот эта симпатичная штуковина, но она... вот здесь какая-то маркировка. Германия, немецкая. Ну, я не очень такие собираю. У меня есть несколько штук. Но я не очень их как бы ношу, поэтому я их не покупаю практически. Вот такая брошь. Как вы думаете? Маркировок нет никаких. Стоит она $3. Я думаю, что она современная. Не знаю, наверное, не возьмем. Я тут нашла одну такую интересную штуку. Сейчас я вам покажу. Это, конечно, скорее всего, самопал. Ой, сейчас подвинули. Смотрите, какая прелесть за 5 баксов. Это, скорее всего, какой-то хендмейд. Кто-то делал своими руками. Ну, посмотрите, какая классная. Это с каких-то листиков. Так. Вот такая брошь. У меня есть похожая. $6. Чем такая дорогая. Она может быть кулоном. Не знаю, винтаж, не винтаж. Так, ну я уже тут набрала. Посмотрите, когда я побежала за тележкой, я вытащила вот такой вот шикарное ожерелье за 6 баксов. Я не знаю, что это. Я не знаю, это винтаж или нет. Секунду, я сейчас... Что-то очень красивое. Я надеюсь, оно целое. Мне кажется, что здесь какие-то... Видите, здесь что-то отломано, скорее всего. Ах, как жалко. Но все равно, оно такое красивое. Посмотрите, как оно сделано с обратной стороны. Маркировок никаких нету вроде на нем. Ну ладно, потом посмотрим поближе. Так, что тут у нас еще? Какие-то бусы. За $2. Ну, это современные, но красивые. Посмотрите, какая нитка с этими, с кристаллами безел. Ну, это пластик. Так, что тут у нас? Это самопалки. Самопалки. Так, наверх. Сова. Сова. Какие-то сережечки хорошенькие. Вот красивые серьги смешные. О, вот эти интересные. Хотела вам показать. Смотрите, они, кстати, мне нравятся. $6. Это перламутровые пластины. Вот такая вот застежка. Маркировок нету, но они интересные. Пойдемте в тележку. Так, какие-то бусы. Мне кажется, что это интересные винтажные.
Смотрите, как они сделаны. Сколько здесь разных бусин, цепочек. Так, маркировок нету. Судя по крючку, вот этому держателю они 5 баксов. Что-то в них есть. Так, мою волшебную тележку. Что же здесь еще? Вот такие браслеты, это серьги. Сначала не думала снимать, потому что мне показалось, что ничего интересного нету. Я купила 2 броши уже здесь у них, вот здесь вот за стеклянной витриной. И посмотрела, что вроде бы ничего такого. А потом стала ковыряться. И поняла, что у меня сегодня будет, может быть, даже неплохой улов. Так. Вот такие цеплялки, кстати, с маркировкой. Патент написано. Такая вот просто. Ну, ладно, у меня есть такие. В прошлом видео, в одном из прошлых видео я вам показывала. Так, брошь-бант, 7 долларов. Думаю, что современная. Брошь, такая гитара, 3 доллара. Тоже думаю, что современная. Такие вот битые серьги. 5 долларов. Брошечка. Ну ничего такое, посмотрим. Потом разберемся. Я сначала все складываю в телегу, потом я все это выкладываю назад. Такие цепочки с маркировкой Sarah Coventry. Ну, 4 доллара. У меня есть серьги, кстати, похожие. С такими же цепочками. Кстати, здесь был браслет Sarah Coventry. Здесь был браслет интересный. Я когда уходила, я хотела его посмотреть. Он стоит 5 долларов с шармиками такими. Посмотрите. Пирожное, клубничка, замочек, цветочек. Кусок пиццы, автобус английский двухэтажный. Очень прикольный. Сколько он стоит? 5 баксов. Ну, я не знаю. Там такое баловство, на самом деле. Хорошенький, но он не маркированный. Я такие не очень люблю. Вот какой интересный браслет. Тоже посмотрите. Неужели нет никакой маркировки на нем? Он очень интересный. 6 баксов. На нем тоже, видите, шарм. Стул, ключ, корона, замок. Это хрустальный башмачок, насколько я понимаю. Что-то здесь написано. Her Royal Highness. Это ее величество. Ее величество. Но неужели нет никаких... Должны быть маркировки. Ладно, давайте я его положу, а потом мы с вами хорошенечко его рассмотрим. Так, ну все, там уже дальше ничего интересного. Здесь, кстати, кольца. Кольца. Ну, по-моему, уже... Давайте я наверху посмотрю. Потом еще раз хорошенечко пройдусь. Без телефона уже такой цветок. Видите, уже кто-то рассматривал. Есть маркировка? Нет. Видите, загнутая этикетка. То есть уже до меня здесь кто-то прошелся. Я как всегда, пока я закончу работу, пока я закончу все свои дела, пока я доберусь, уже все раскупают. Ну и то, я считаю, что неплохой у меня сегодня. Так, что-то запутанное. Здесь я вижу какой-то шелдик. Joe Fresh, это дешевая компания. А вот эта цепочка тоже что-то. Так, такой шарик. Нет.
Бусы жемчужные, старенькие. Замочек, ну сами бусы. Стекляшки. Стекло. Вот это что-то интересное. Судя по всему, камушки. Или мне кажется, или стекло. $3. Что-то похоже на камушки. Ладно, положим, там разберемся. Интересная цепь. $6. Маркировок нету, но цепочка очень красивая. Вот такие бусы. Так. Что здесь? Манисты. Монетки. Кисточки. Ах, девочки, все мне болит. А вот какое интересное, что же это такое? Это браслет сейчас. Браслет. Красивая застежка. Маркировок нет, $5 стоит. Наверное, не буду брать. Что-то мне кажется, ничего в нем такого нет. Что у нас тут еще? Пойдемте еще походим. Еще я вас ввожу в посуду, наверное, в сумки. А вот какие красавчики. Это крест. Такой кулон, а. Ну, это такой. О, тут еще есть какая-то маркировка LD. Ну, это что-то очень этническое. Возможно, я ошибаюсь. Что-то маркированное, я это пропускаю. Что-то мне не внушает доверия. Так, здесь я еще не копалась. Что-то мы уже, по-моему, досмотрели. Вот это такая интересная цепь, но она без маркировки. У меня такая есть. Не буду. Вот это интересная жемчуга. Очень-очень красивая застежка. Но здесь много потерь. И нету маркировок, поэтому я ее повесила назад. Вот симпатичные бусы. Кстати, у меня есть такие сережки. Сколько они стоят? Просто в комплект. У меня есть вот такие вот сережки из... Ну, современные. Покупала где-то в одном из наших магазинов. $4. Взять, что ли, в комплект мои серьги? Не знаю. Нет, не буду. Наверное, не буду. Так, вот это интересная цепь. Просто красивая цепь. Красивый замочек. Интересный. Но маркировки нет, поэтому я оставляю. Так, вот это что-то похоже на камушки. Да, это камушки похожи. Они такие интересные застежки. Смотрите, $4. Так, это фигня. О, красивый какой, правда? Ну, это что-то современное. Так. Что еще? Что еще у нас тут есть? Я не знаю, если вам что-то видно, потому что мне кажется, что я так мотаю своим телефоном. О, что это такое? Так, здесь есть какая-то... GGV8. Не знаю, какой-то странный этот. $4, но она красивая. Посмотрите, какая красивая. Какой красивый кулон. Классно. Посмотрите, что у меня делается в телеге. У меня уже полная телега. Посмотрите, вот это очень был красивый браслет. Мексиканский, но весь высыпался. Песни крутятся современные.
Вот такие малевые браслеты. Вы знаете, я их люблю, но у меня их много. Разных цветов мне особенно не нужно. Вот это интересно, у меня здесь их много таких. Я не знаю, что это такое. Но судя по тому, что их много, это какой-то ширпотреб. Вот. Брошка. Кольцо. Так, что-то я пропустила. Давайте внимательно будем смотреть. Сова. Очередная. Сов вообще очень много. Сова — это такое одно из любимых сюжетов украшений. Смотрите, какое красивое колье. Никаких нету маркировок на нем, но оно современное, конечно, но хорошо так сделано, интересно и красиво, посмотрите. Подумаю. И что-то здесь рядышком висит. Тоже что-то очень красивое за 10 баксов. Ой, нет, за 10, наверное, не буду. Красивое колье. Сатуар такой, но без маркировки. Странно, почему они его так дорого оценили. Так, тут какие-то цепи, цепочки. Тоже с интересной застежечкой. Ой, их много. Видите, они у меня падают. Так, это обычная. А вот это... А мы уже с вами ее смотрели, правда? Да, мы с вами... Видите, я уже... У меня склероз. Я забываю, что я уже смотрела. Вот красивое что-то. Смотрите, какие ракушки. Прикольные. А за ракушками у нас что-то красивенькое. Ну, ничего особенного. Тоже ничего особенного. Текс. Так, ну я уже набрала много. Сегодня у меня был улов на всякие вот такие вот вещи. Я напрасно сюда засунула свою телегу. Пойдемте в посуду, я вам еще покажу. Хвост рыбий. Кажется, что я уже здесь все обошла и обсмотрела. Потому что я начала с этого места. Я уже отсюда вытащила все, что можно было. Это такая брошь арт-деко. Я не знаю, она старая или делает вид, что она старая. Похоже, что старенькая, действительно. $4. Так, потом разберемся. Ну все, я пошла в посуду, девочки, беру вас с собой, потому что здесь я уже все. Вот это интересная штука, но она на каких-то веревочках. Что это такое? Это стрекоза. Стрекоза, а это ее пузо. Маркировок нету никаких. Интересно, такой кулон. И здесь я уже все обшарила. Там всякие запонки, мне уже не стал их брать, потому что запонки я вообще не покупаю. Так, по-моему, все. Так, мы пришли в посудку, и здесь нас ожидает вот такая красота. Все наши чайные пары сейчас стоят $10. Когда-то я покупала их за 5, за 6. Английский фарфор. Некоторые в очень хорошем состоянии, некоторые в не очень хорошем состоянии. Все это английские пары. Вот такая вот блюдо. Так, причем это стоит все отдельно. Что красивенького у нас тут есть. Вот какая очаровательная чашечка. Их две, кстати. Стаффордшир. Вот с таким блюдцем. Их две. Вот таких тоже две. Каждая по $10. Посмотрите, какая прелесть. Royal Standard. Мальчишки тут смеются, ржут, гогочут. Не дают нам спокойно снимать.
Так. Вот какая прелесть. Посмотрите. Зеленый. Вот это мне нравится. Она снаружи зеленая. А внутри рисунок. Такая. Такая. В общем, они все похожи. Есть несколько таких. Вот я уже если покупаю, то что-то, чего у меня нету реально похожего. А эти все у меня вот такие цветочки. Красивые, конечно, но ничего такого необычного, особенного. Их нету, тем более не все в хорошем состоянии. Видите, здесь ручка облезла, здесь тоже ручка облезла золото. Так что я воздержусь. Вот это мне прям очень нравится. Тоненькая, но здесь тоже, видите, ручка не в лучшем состоянии. Она такая немножко уже порвалась. Здесь есть еще вот такое блюдце с вот такой вот чашкой. Прекрасная пожилая дама мне отдала свой купон на 20% скидку, которого у меня нету. Так что мы с вами гуляем. Вот это очень красивая чашка. У нее есть блюдечко. They're so beautiful. I need my glasses. It's delphine. I don't know. Can you see it? Right. Made in Delphine, China. No, I don't think it's China because it says China. But it's England. China, I think they mean that it's made, like, it's not made in China. It's born China. Because see, it says England. Yeah, I know it says England. You think it's Chinese? They could have ordered it. Maybe. From China. It's beautiful. It's beautiful and interesting. Yeah, it's a nice one. Yeah, like, I work in the thrift store in Dundas, like... Oh, you do? Not all the time, but Mondays and sometimes Fridays and different days, you know. And, like, if we get... Like, see, this is says born China, made in England. This is made in England, yes, for sure. That one's made in England, for sure. Yeah. Oh, this is so beautiful. Yeah. But sometimes, you know... Well, this one's Radford. Look at this one. Mm-hmm. How and it's, pretty. See, and it's all numbered too. Yeah. Look at this one. Mm-hmm. So beautiful. Royal. Grafton. Yeah. Wow. Well, this I've one got some cups that come in. I'll put $25 on them because they're so special. I just like it. I mean, I don't understand which one is more like, which one is more valuable. But I just like this one, for example, because it's beautiful. Yeah. Я встретила милейших тетенек, которые мне дали. У них есть купон на $20. Я вам уже говорила, да, который я могу использовать. Вот эта вот штука мне прям реально нравится. Она отличается от того, что всего, что у меня есть. Когда я их покупала за $6. Сейчас они стоят по 10, но что делать, так они стоят сейчас. Вот это тоже красиво, там с желтыми цветами дальше. Что здесь еще наверху? Ну, в общем, чашечки. Вот какая интересная. Смотрите. Боже мой, как красиво. Боже, как красиво, но золото, к сожалению, облезло. К сожалению. Оквуд. Hand painted. Japan. Это японская ручная раскраска. Но, к сожалению, облезло золото. А так она бесподобно красивая. Ручная роспись, представляете? Так, девушки, я забилась в самый непопулярный отдел с простынями, постельным бельем. Здесь очень мало кто бывает, поэтому я могу здесь спокойно стоять, никому не буду мешать и буду перебирать сокровища, которые я набрала. Понимаете ли, без вас и с вами. Короче, я сейчас выключусь, я все равно потом вам это все покажу отдельно, вы знаете. И вот у меня есть... Милые дамы дали мне купон на $20, что очень мне поможет.
приобретение этих прекрасных вещей. Желтую чашечку я схватила все-таки. И сейчас переберу то, что я набрала. И пойду платить. А на сегодня все. Опять у меня очередная маленькая мушка. Вот такая брошь у меня есть, но она маркирована, поэтому я, наверное, ее возьму все-таки за 5 баксов. Все, на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравился мой обзор. И люблю, целую. С вами была Шадита. Всем пока. Бай-бай.